Всем доброе утро! Всем доброе утро! Диме предлагаю говорить «Ола!». Мы приехали в центр. Сейчас находимся около санатория «Кубань», Пушкина, 30. И знаете, заметили, что людей стало поменьше. Сегодня у нас какой? 27 августа? Ну, в общем-то, и да. Что, Сашутка? Видите, листики уже падают. Потихоньку осень наступает. Расскажите мне, пожалуйста, как зимой в Анапе? Вот эта вот вся зелень сходит или есть зеленые листики? Просто интересно, на деревьях. Или они все голые стоят? Кажется, не все. Травка вроде есть. Я как-то смотрела, видела, что какая-то травка вот зеленеет все равно. Вот. А вот насчет деревьев что-то я как-то не обращала внимания. Просто любопытно посмотреть, почитать будет. Так, ну что, пойдем на набережную, да, выходить. Тут такой красивый скверик. Сегодня все кустики подстрижены. Да, Дима, что-то хотел? Как говорю, сегодня мы гуляем по своей набережной. Да, сегодня мы на свою пришли набережную. Велосипедная дорожка. Пойдем сразу туда. Хотя Дима вчера приехал, говорит, а все-таки дома лучше. Да. Ну, не знаю, тут как-то уже все. Ну, как, свое, да? Как уже родное все. Ну, тут тоже, в общем-то, смотри, тут тоже она вот большая, да? Но там она вот набережная, да, вот две таких вот набережных. То есть там она как-то больше, пошире, как-то подлиннее, да, как-то вот как-то помасштабнее. Там, может быть, вот горы вот это величие какое-то придают. Не знаю, тяжело сказать, вот описать. Ну, кто был в Новороссийске, вот кто гулял по набережной Серебрякова, ну, те, наверное, меня поймут. А те, кто не был, обязательно съездите, погуляйте. А, море... Спокойно. Да, море спокойное. Надо же. Интересно, а какое оно было вчера? Мы вчера-то не подходили, только на российский были. Видели, да, какой там шторм такой был. Прям как об камни вода билась. Ну что, пошли? Центральный пляж. Люди купаются. Кто-то, наверное, догуливает последние денечки отпуска. Потому что в основном многие ведут детей в школу. Сейчас начинается уже. Через сколько? 7, 8, 9, 10. Через 4 дня, 1 сентября, детки пойдут в школу. Поведут и бабушки, и дедушки, да. И мама, и папа. 3 дня до 1 сентября. Мы в детском саду отпросились. Мы в детский сад идем с 1 октября, когда уходили в мае месяце. Вот, мы заявление пишем, когда придет человек. Когда придет ребенок, в общем. Вот, ну, написали, что мы с 1 октября придем. Ну, там плюс-минус там. Уж так, не так важно. Может, 2, 3 октября. Так вот. Ой, на солнышке очень жарко. Тоже красиво. Вот растение интересное. И вроде это не елочка, не колючая. Вот такие вот листики такие красивые. Экзотическое. Это на бонсай, наверное, похоже дерево. Сашка не сможет пройти мимо корабля. Сейчас пойдет лазить. Дима уже в тенечек запрямит. Я сейчас тоже поставлю в тенечке. Я уже так и поняла, что это тенечек запрямит. О, я тут на лавочке примостилась. Хорошо. Арт-галерея. Тут представлены с этой стороны картины, а с той стороны представлены разные какие-то поделки в объемаше, бусы разные делают, а вот тут в основном картины ставят. Села напротив археологического музея Гаргипия. Ну, что? Чтоб сюда машины не проехали. Русские ворота с левой стороны. Да. Это какие-то электрические. Вон, видишь, у них там ключи зажигания. Не самокаты, какие-то маленькие велосипеды. Да, как-то все так опустело. И людей мало. И вот все листву собирают. Как-то как будто осень уже действительно. Кто хочет кофейку? А кофейку? Вкусная точка. Пойдемте, да.
Я взял. Тебе сахар кофе нужен? Я даже не знаю. Сироп, наверное, ванильный добавили. Вот, с ванилью. У нас теперь традиция приезжать в центр и пить кофе. Очень, кстати, круто. Вот так вот гулять и попивать. Пойдемте. Через летнюю Сараду. Все-таки в новом заведении вкусная точка. Вкуснее. Мне нравится больше латте, чем в KFC. Как-то здесь более нежнее, что ли. Единственное, что выбор стаканчиков, только они представляют сколько? Среднюю. Среднюю, да. Я поменьше взяла. Это большой для меня стакан. Скажу. Наверное, 250, наверное. Или 200 грамм. Наверное. Все у нас пьют. Давайте. Пак. Мы зашли в магазин. Все по 35 рублей. Кстати, вот эти вот брюки. Я видела, когда зазывают в детских, на детские аттракционы, когда говорят беспроигрышные там игра. В общем, такие вот брелочки дали. По 35 рублей. Дима тут пирожный. Я чаю себе нашел. Посмотрите, много чего в чае есть. Таких, кто хочет резиновые. Бутерброди какой-нибудь. Хлебушек. Все китайщина такая. Что это? Не знаю. И разные тут сувенирчики. Линейка, треугольник, она по 50 рублей. Ну что, мы вышли из магазина. Саша, где? Все, по 10-35, не знаю. Урвала. Сашка урвала машинку. Вообще мощная, да? Мощь. Стоит 25 рублей, ребята. Пластик, китайщина. Видели, какое мы ей такси покупали? Яндекс такси, который разговаривает за 2000 рублей. Ну, за 35... Ой, за 25 рублей. Оно и лучше, да, Саша? И желание, да? Да. Счастлива? Да, счастлива. Самое главное, ребенок счастлив. Так, пойдем вот так пройдем. Можно так вот прям наискосочек пройти. Мы в санатории плавали. А мы там чуть-чуть подальше, санаторий Анапа, да. Плавали. Пойдем. Класс. Класс. А зачем мы тогда покупаем такие дорогие? Приехал, закупил сразу. Штук 20. По одной даешь деньги. Да, разноцвет. Можно даже сразу побольше закупить. Да, вот типа, знаете, для адвент-календаря. Кто смотрел новогодние влоги наши, как я адвент-календарь с Димой делала, Сашульке, и там каждый день там были какие-то маленькие сюрпризики, подарочки. В этом году абсолютно ничего делать не буду, ребят, потому что поняли, что произошло у ребенка какое-то, знаете, обесценение вот подарков. Праздника. Праздника, да. Потому что каждый день маленькие подарки, 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 и в итоге, когда Новый год, уже, ну, опять подарок. Ну да, ну подарок, это уже само собой, а нужно вот это вот само ожидание, вот, вот Дед Мороза, подарка, то есть вот это вот все пропало. Ну, там еще один день, и опять подарок. Да, она ждала этот день, она с радостью открывала, но она, ну, знаете, вот когда она открывала подарок, о, классно, не играла с ним практически, ну, там, может быть, там, денечек поиграет, все отложит, и все, и ждала следующего. В этом году не будет адвент-календаря, в этом году будут просто подарки от Деда Мороза. Да, Саша? Будем ждать Деда Мороза и писать ему письмо. Теперь ты умеешь писать, теперь ты будешь в этом году сама писать. Да. Крокодил. Крокодилова ферма. Ой, а вон они там какие-то еще эти, смотри. А, эти как? Какого? Сейчас, секунду. Сейчас. Мне минуту, пожалуйста. У меня тоже вот на языке крошится. Слышь, я гладила недавно. Саш, кого ты гладила?
Гладила? Да, когда? Осла. Нет. Какого осла? Нет, ты тогда помнишь таких маленьких зверьков гладила? Она осла никогда не гладила. Не помню. Ну как тебе давали, сажали, как их называют? На ручки тебе сажали? Ну не хомяк, не скунс, как их этот зовут? Енот. Енот. А, енот. Кого ты гладила, осла? Какого осла? Как когда-то осла гладила, ты ослов не видела. Нет. Лошадей ты видела, каталась. Каких козлов ты гладила? Нет, там в зоопарке. Козлов, дочь. Может, козликов каких-то там козлик? В гладила? Нет, осла, который дрожал. А-а-а. Это щелбок? Наверное. В общем, енота там бьет все. Стали, зависли. Осла я гладила. 700 рублей. Взрослый, детский 600. Фотосъемка 100 рублей. И еще фотосъемку за 100 рублей. А можно я только с фотосъемкой пройду за 100 рублей? Мы продолжаем свой влог. Пошли на Субсехское шоссе. Есть виноград. Это шутка. Мы пошли в фикс прайс. Дело в том, что вот у нас там фикс прайс, который около Красной площади рядом находится. Он такой маленький, там все время людей много. А на Субсехском шоссе, мне кажется, даже побольше, и ассортимент там побольше. Вот, сейчас сходим, посмотрим. Пока Сашулька спала, а может и не спала, не знаю. Нет, с Димой оставалась. Я купила, сходила булочку. А, крендель. Зашли свой любимый. 100 лет там не ходили в этом кренделе. И купила слойку с вишней, круассаны взяла. И пирожки с лесными ягодами. А тут почему-то не стригут такую лейку. В прошлом году она была красиво подстрижена. А сейчас прям веточки выбиваются. О, вот этот классный виноград. Смотрите, какие грозди. Вот это я понимаю. Смотрите, как красиво сделано. А, красиво. Да? Дверь. Так вот. Тенистая. И вот смотрите, какие грозди винограда висят. Красивые. Да. Ребята, только что мы пришли. Зашли в фикс прайс, купили все, что нужно. Также зашли в Wildberries. Вот, мне посоветовали вот такое вот средство против удаления засоров. Потому что в прошлый раз я покупала санфор, я показывала в фикс прайсе. Ничего не помог. Засоры не убрала, вылила туда благополучно полтюбика в ванну и как мертвому припарка. Ну, попробуй, вот этот вот крут. Первый снег делает средство для удаления засоров в трубах. Я как понимаю, туда, наверное, целый пакетик надо засыпать. 70 грамм. Их тут в упаковке 6 штук, по-моему. 7. Вот. Попробуем. Если хорошее, поделюсь, тогда расскажу. Ну что, буду на сегодня с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что провели еще один денечек с нами. До скорых встреч и всем пока-пока.